хочет настольную большую игру. Маша получит алмазную мозаику с вишками. В ближайшее время направим этот подарок, конечно, Роману. Хочет у нас настольную игру хоккей. Пожелать обязательно, чтобы они развивались, то есть всегда стремились к лучшему, и чтобы потом поступили к нам в университет. Военные машинки. Я хочу вертолет на пульте управления. Очень хочется чуда, и хочется верить, что все в жизни получится. Много людей, которые ждут нашей помощи, должны ее получить, особенно в этот замечательный праздник Новый год. Поздравлять Веру и подарок в улов. В этом году акция претерпела небольшие изменения. Во-первых, мы знаем, что в нашем университете учатся самые добрые студенты, работают самые добрые сотрудники, поэтому мы захотели, чтобы в этом году весь университет стал участниками этой доброй акции. Желаю, чтобы у всех все было хорошо, чтобы никто не попадал в плохие ситуации, думал головой, что будет и какие последствия. Мне очень понравились подарки. Спасибо волшебникам ДГТУ. Добро действительно объединяет, и хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в нашей акции, которая в этом году вот в таком формате проходит. Спасибо большое студентам, сотрудникам, деканам, замдеканам, всем, кто неравнодушно собирал подарки. И сегодня вы видели счастливые глаза детей, которые получили то, о чем они мечтают, и это действительно настоящее новогоднее чудо.